Итак, друзья, переходим к быстрым и эффективным способам привлечения и развития нашего Telegram-бота. Как сейчас видите, я нахожусь в самом проекте бот 7, да, то есть, чтобы вам получить ссылку на ваш бот, где я про бесплатные вам способы говорил, да и в целом, чтобы вам всегда понимать, где у вас ссылка на ваш бот-канал, вы можете зайти в сервис бот 7, здесь мой проект, нажать на саморазвитие и заработок, далее выбрать вот здесь вот каналы, нажать Telegram. И вот у нас ссылка на вашего бота в Telegram. Вот эту ссылку можете и показывать в ваших постах. Также можно указывать, если вы делаете рекламу именно в Telegram-ботах, то есть других людей или в Telegram-каналах, то можно указывать именно вот эту ссылку на бота. Когда, если человек будет в Телеграме, то он сразу, нажимая на нее, переходит автоматически уже в бота. Если же вы делаете это из других соцсетей, например, типа ВКонтакте, то лучше вот указывать вот эту ссылку. У вас, естественно, будет здесь название бота вашего. Итак, давайте же перейдем к рассмотрению двух эффективных способов для продвижения нашего вот всей этой настроенной системы. И первый способ мы задействуем с помощью репостов, да, через ВКонтакте. То есть мы будем сделаем сейчас, опубликуем запись ВКонтакте. Я сейчас ее специально сделаю. Вы посмотрите, как это делать. Запустим специальный сервис. Вот здесь вот можем взять репосты, заказать. Здесь вот есть сервис, который помогает нам раскручиваться с помощью репостов. И здесь лучше выбирать именно качество хорошее, то есть выбрать 100 репостов, попробовать потом 500, можете 1000 и так далее. Я вам покажу, как сделать. Также приложу еще ряд других сервисов, которые также аналогично работают и могут делать репосты. То есть, что если один друг не понравится, можете поработать с другим. Там все просто и делается по аналогии. Итак, давайте же приступим. Первое, что сделаем, это разместим пост на нашей странице ВКонтакте. У меня уже есть готовый пост, вы можете взять его, а можете придумать свой, как-то сделать на основе уже готового, немного доработать, сделать свой, приложить какую-то свою картинку. Вот у меня есть уже готовые материалы поста для продвижения. У вас они будут также под этим видео. Есть картинка, есть пост. Давайте же добавим вот этот текст. Копируем. Вот сюда его вставляем. Получите доступ к курсу по заработку от 50 тысяч рублей в месяц без вложений и специфических навыков по этой ссылке. И вот здесь вот мы ставим ссылочку на вашего бота. Для этого заходим в сервис бот в 7. Как раз заходим в каналы. И вот здесь вот копируем вот эту ссылку. Жмем скопировать. Она вставляется. И вот сюда ее вот так вот вставляем. Вот она у нас ссылка. Можно вот здесь вот закрыть, чтобы не загружалась картинка. После этого добавляем сюда картиночку. Выбираем здесь файл и загружаем новый файл. Я убираю картинку и загружаю. Все, картинка загружена. После этого публикую пост. Жму «Опубликовать». Все, пост опубликован. У нас получается вот такой вот пост. При переходе по этой ссылке у нас открывается Telegram. То есть, если человек перейдет с телефона, у него откроется Telegram, сразу же его перекинет. Если с компьютера, то вот такая ссылка, которая предлагает открыть Telegram на компьютере. Все работает так, как нужно. Теперь нам нужно перейти в сервис по закупке постов. Вот здесь вот возьмем, например, 100 репостов. Нажмем кнопочку «Купить». Далее «Оформить заказ». Принимаем соглашение. Заполняем наш e-mail, здесь ссылка на объект продвижения. То есть здесь вот в данном случае мы вот так вот нажимаем на пробел, вот здесь вот, открываем вот так вот пост. И вот здесь у нас есть ссылочка у него. Копируем эту ссылочку поста и вот сюда ее сразу вставляем. Поставили.
Здесь указываете ваш e-mail. Я указываю сейчас свой. И также стоит обратить внимание на то, что запрещается ставить раскрутку закрытые профили и группы. То есть у вас профиль вашей страницы ВКонтакте должен быть открыт. После этого выбираете способ оплаты. Я, например, выберу Kiwi. Жму «Отправить». Нажимаю кнопку «Оплатить». Далее меня перебрасывает на форму оплаты. И далее я произведу вернусь и произведу всю оплату с помощью Kiwi кошелька. Так, всю оплату я сделал. И теперь можно вернуться на сайт. Спасибо за ваш выбор. Ваш заказ успешно оформлен. У нас здесь есть кабинет. Логин и пароль уже вам отправлены на e-mail. Вы можете в него зайти и отслеживать работу услуги. И вот я сейчас нахожусь в своем личном кабинете. Как вы видите, вот он стоит, заказ, статус, новый, история постов. В скором времени он будет выполнен. Все, и будем через какое-то время этот заказ будет исполнен, и репосты будут сделаны. Бот – это работа с одним из сервисов. Следующее, с чем мы будем работать, также аналогичный сервис, я вам такого же плана приложу. Еще там, в принципе, все то же самое. Выбирайте всегда репосты. Лучше выбирать вот, сейчас покажу вам. Вот нагрудка репостов. Лучше всегда выбирать репосты подороже, чтобы более качественная аудитория была. И есть еще один вот сервис TMSMM, да, то есть я вам также его приложу, этот сервис TMSMM. И вот здесь вот вы сможете также заказать репосты. Лучше всего брать вот этот вот, где 39 рублей за 100 штук репостов. Так как здесь, видите, без гарантии они похуже будут. Тут точно так же делаете заказ, вводите e-mail, там, в принципе, ничего сложного, вы указываете ссылку на ваш вот этот вот репост. Все. В принципе, все готово. По данным сервисам я здесь все рассказал. Теперь следующий сервис, который также необходимо использовать и который... еще более лучше дает раскрутку живыми и привлекает настоящий трафик, это сервис telega.in. Этот сервис позволяет вам закупать рекламу напрямую в сообществах в Telegram. Плюс в том сервисе, что он уже проверяет все каналы на ботов, на накрутку, и там более качественная и живая аудитория, которой действительно будет интересно перейти и получать тот контент, который мы с вами сформировали в нашем боте. Здесь нужно будет вам также пройти регистрацию. То есть здесь она простая, через электронную почту. Сейчас я сюда вам войду и покажу вам, как с ним поработать. Все, я вошел в сервис, и вот как видите, у нас... выдается каталог телеграм-каналов. Нам нужно искать смежные тематики, где была бы ваша аудитория. Лучше выбирать каналы там, от 10 тысяч подписчиков, да, чтобы были они не сильно дорогая в них реклама. То есть вот в ценам, по цене от 240 рублей, 120 рублей и так далее. То есть вот этот не нужен здесь, как бы мало подписчиков. Лучше от 10 смотреть, так как у них эффективность, показатель вот этих средних охвата поста 18%. Чем выше вот этот показатель, тем лучше зайдет именно здесь реклама и лучше будет результат от этой рекламы. Итак, давайте же вот здесь вот выберем какие-то тематики, например, бизнес и стартапы. Также выберем... каталоги каналов и ботов, маркетинг и пиар, мотивация и саморазвитие, новости и СМИ, образование. И вот у нас выходят различного рода каналы. Мы сделали некоторые тематики, соответствующие нашим. Также можно пробовать и различные другие, там авторские блоги, другое, здоровье, инвестиции и так далее. То есть пробовать можно разные форматы.
разные каналы, потому что аудиторию можно найти везде. Вот у нас 14 тысяч подписчиков, просмотры на одной публикации 974, охват 6,8. Охват небольшой, но в целом видно, что аудитория живая. То есть есть у нас формат поста час 24, то есть на 1 час закрепляется вверху, то есть максимально получает охват, и 24 часа находится в ленте самого канала. Есть 2 часа в самом верху в закрепе и 48 часов полностью в самом канале. И тут несколько вариантов, и 3. И также есть без удаления. Но без удаления этот пост будет все равно сдвигаться, он просто останется навсегда в канале. Поэтому рекомендую вам использовать формат 1.24 или 2.48. Вот, допустим, возьмем 1.24, вернемся. Можем заказать, например, GIF лайфхаки в канале, к примеру, вот здесь вот. Сейчас посмотрим, подберем. Советую сейчас сделать там какие-то небольшие, недорогие рекламы закупать. То есть, например, вот мотивация. Попробовать в этом канале. Здесь нажимаем «Добавить в корзину». Потом, например, точно так же смотрим другие каналы. Вот у нас, вот очень на постоянном трафике. Подписчики 25, просмотры одной публикации 1000. Вовлеченность 4%, тоже неплохой, за 240 рублей. Добавляем его. Все, добавили и перейдем в корзину. И вот здесь у нас в корзине уже добавлены каналы. Так, почему-то один не добавился. Вот я добавлял еще вот этот. Вот если мы добавляем, то получается 537. После этого нам нужно будет оплатить вот эту рекламу и разместить наш пост. Пост я также для вас подготовил. То есть давайте возьмем, например, без лайфхаков, пока просто удалим. Возьмем продолжить. То есть здесь нам нужно будет эту сумму сейчас оплатить и далее добавить пост. Сейчас я это сделаю и вернусь. Так вот, я добавил уже канал, выбрал немножко другой, оплатил, и вот один пост для всех каналов, да, то есть у нас есть такой вариант, как какой у вас проект? Один пост для всех каналов, один пост и уникальные ссылки, разные посты и уникальные. Давайте сделаем просто один пост для всех каналов. Название компании, допустим, бот заработок, вот так назовем. Далее жмем продолжить. Сначала давайте загрузим текст поста. Вот пост, рекламный пост для продвижения. Берем вот этот пост, копировать. Вот, если вот так вот вы не можете вставить, значит зажимаем кнопки Ctrl-V. То есть там, ну, в принципе, вам показан, сервис показывает. Все. После этого здесь указываем ссылку на нашего бота. Этот телеграм-бот. И здесь берем вот эту ссылку опять. Можем взять вот этого конкретно вот такой вот формат бота. Ставим его сюда. Также опять не поддерживается. Значит, Ctrl-V. Вставили. Доступ к курсу по заработку без вложений. Полностью бесплатный доступ. Жмите сюда. И давайте же сделаем еще такую ссылку, копировать, так, переходим в телегу, и вот такую ссылку с нашим ботом, и начинайте зарабатывать. Все, вот такой вот пост. Так, и загружаем сюда еще картинку, специально подготовленная есть картинка для этого поста. Вот посты для продвижения, вот пост для конкретно платного поста, да, вот он сюда сейчас, все, он загрузился, и у нас получается вот такой вот пост. Итак, все готово. Дата публикации. Сейчас выбираем с вами, допустим, поставим 20 число. Вот сейчас. Время публикации. Здесь мы можем от 7 до 24. Нет, поставим пораньше, допустим, до 20 по МСК.
Вот так поставим. До 21. Все. Больше никаких требований у нас нет. Пост мы разместили. Пост, картинка, все это будет приложено под этим видео. Вот так вот все выглядит. Запустить проект. Все, ваш проект запущен. Заявка на рекламу уже отправлена владельцу канала. За ходом размещения вы можете в личном кабинете. Далее вы заходите вот в мои проекты. И вот здесь смотрите о том, разместил ли владелец или нет. И дальше вы будете здесь видеть статусы в работе или отклонено и так далее. Все, вот таким вот методом работайте по данному сервису. Если также будут какие-то вопросы, пишите, помогу вам. Все, в рамках данного урока были рассмотрены два сервиса, с которыми наиболее эффективно работать и продвигать ваш бот. Желаю вам удачи!